В заключительных сериях Регина просит Асю прекратить расследование, готова дать даже денег за это, чтобы она навсегда исчезла из ее жизни. Вика врывается в дом Димы и Аси с сообщением о своей беременности. Ася в ужасе уходит из дома. Ее похищает Федор, он готов убить ее, но в последний момент его останавливает. Дима ненавидит Вику, обвиняет ее во всех грехах. Девушка пытается покончить с собой. Игорь уверяет Вику в своей искренней любви. Следователь Березин находит свидетеля, видевшего Регину и Федора в день убийства Лили у дома. Свидетель по делу об убийстве Лили отказывает.